Эти люди, я имею в виду дагестанцев, чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, это прирожденные войны. Высшее руководство не понимает, что кавказца нельзя бить по морде. Это даст обратный результат. Он, может быть, не сможет дать сдачи в этот момент, но если ты его избил по морде и выпустил живым, то где-нибудь он тебя уже живым не отпустит.